Женский, мужской, мужской, женский, летний сток от Гриши, марка Джордж, Григорий, Георгий. Так, футболка марки Esprit. Кстати, вот не только Гриша здесь, но еще и Esprit тоже попадается. XL указан размер, то есть футболка большого размера. От Гоши рубашка мужская с длинными рукавами. Размеры, по-моему, здесь хорошие. До этого тоже снимали. Вот и между собой похожие. Размеры в основном средние, большие. Маленьких не так много. Кстати, вот футболка, например, 34 здесь указан размер. Это маленький размер получается. Шорты мужские, короткие, но большого размера. Размер 36 здесь указан европейский. Соответствует данный джемпер 42 российскому размеру. Так, лоты небольшие, примерно по 14 килограмм. Так, шорты XS маленькие. Бонапарте Элька, это рубашка мужская, большого размера, марки Бонапарте. Так, далее указан 16 размер, соответствует 50 российскому размеру. А далее мужские, по-моему, да, шорты большого размера. 20 указан размер, тоже большой размер. Это, кстати, от купальника трусики. Распаровки. Получается. А джеггинсы примерно 44-го российского размера. Небольшое платьишко, нет, комбинезон летний, получается, небольшого размера. Здесь вот указан 18 размер, это мальчик соответствует 52-му российскому размеру. А купальники вот непарные, к сожалению, попадаются. Вот говорят, да, лоты между собой очень похожи. Вот это платье тоже в других лотах, я помню, были, попадались, встречались. Еще одно платьишко. Платьев на самом деле не так много здесь. Ну и как обычно, в основном представлена женская одежда, мужских вещей очень мало. Вот такой вот солдатик. А, здесь получаются штаны. Такие тоже были в других лотах, я помню. И, по-моему, еще футболка здесь, да, ведь? А, майка. А, вот такая майка, да. И вот такие штанишки, упаковка. Доставать уж открывать не стали. А, мужская рубашка большого размера. Элька с короткими рукавами. Вот тоже, кстати, достали из пакета. А вот эта фигня осталась. Ну ладно, пусть остается. А М-ка, мужская рубашка среднего размера. Далее есть даже... Так, не платок, это снуд. Спортивная футболка тоже большого размера. А далее болеро. Примерно 52-го российского размера. А 39-го размера. Как это? Балетки? Да, да. Балет называется. Размер 36, марка Top Shop. Футболка маленького размера от Гоши. 38 здесь указан европейский размер. Женский бомбер примерно 44 получается российского размера. М-ка, размер средний. Для брони заказа, пожалуйста, свяжитесь с Эльвирой, либо на WhatsApp, можете написать, либо ВКонтакте, или же звоните по номеру телефона 8 800 2727. Она вас проконсультирует, все забронирует. По другим вопросам можете также звонить и писать уже ВКонтакте мне. Мой WhatsApp там тоже указан. А, носочки. Здесь у нас 4 пары. Тоже от марки George. А, футболка большого размера. Мужская футболка. Размер L. Dorothy Perkins указан 34-й европейский размер. Еще одна мужская футболка среднего размера. На этот раз, кстати, вот точно такая же футболка была в другом лоте. Один в один лоте. Размер 12, это джеггинсы примерно 46-го получается российского размера. Футболка женская, по-моему, да? Хотя европейцев, кто ее знает, там иногда не разберешь. Так, М-ка, размер средний. Джордж, 34-й указан размер, еще одни мужские шорты с боковыми карманами. Кофточка. Так, прикольная вещь, называется бодик, по-моему, да. Да, размер небольшой, 34B. Рубашка мужская с длинными рукавами марки George. River Island, размер 12, примерно 46 получается российский размер. 48, ну тоже летний, скажем, комбезик. 20 размер указан, это женские летние бриджи, примерно 50 с какого, 4-го, 6-го российского размера. А Dorothy Perkins 46-го размера, женская футболка, российский, имею в виду 46-й, здесь 48-й российский размер, марка George. Ну и последняя вещь из этого мешка,
Это платье марки Джордж, примерно 48-го российского размера, указано 14 на бирке. И на этом все.